Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в зомби-войну. Давайте коктейль Молотова поменяем на огнеметчика. И строителя заменим на огненную бочку. Отлично, вот так вот будет самое то. А это нам пригодится, поверьте. И продолжаем. Миссия 100. Конечно, хотелось бы пройти ее на 3 звезды, но суть вообще ее пройти. Так, поехали. Ух ты, здесь у нас бонус. Отлично, зубная щетка. Так, и у нас бегут бегунцы. Ладно, сделаем вот так вот. Да, на 3 звезды нам уже не светит. Ну да ладно, главное вообще отстоять. Давайте-ка запульнем гранаточку. Замечательно. Так, опять бегуны, елки-палки. Черт. Давай-давай, шериф, бомби. Молодец. Ну, жирный взорвался. Замечательно. Так, давай, Кэп, подстреливайся. Пулеметчика, что ли? Давайте, наверное, ребят, пулеметчик активируем. Вот так вот самое то. Граната пошла. Ну что же, мы уже бьем баррикаду. Это хорошо. Блин, Кэп сгорел у меня. Ё-моё, дострелялся. Давайте вот так вот сделаем. Сейчас он должен бить ее, по идее. Да-да-да. И сейчас они тут все у меня погорят. Шикарно. Так, у меня коктейль Молотова есть, ребята. Это очень хорошо. Нам пригодится он в дальнейшем. Блин, они взорвали моего гренадира. Точно? Да. Так, коктейль Молотова. Ну что, пока все нормально, ребят. Пока мы стоим. Сейчас мы еще туда гранату им запулим. Ох, как раз и жирный подходит. Так, пошла. Отлично. Давайте, наверное, с вами активируем пулеметчик опять. Шикарно. Ну, давайте, давайте, давайте. Там немножко осталось пробить эти баррикады. Черт, нет. Никто не выжил, к сожалению, у меня там. А нет, пожарник стоит, ребята. Пожарник бомбит. И я надеюсь, у него все это получится. Дело. Черт, бегуны бегут. Ну, давай ты там бомби. Все, он сгорел. Сгорел, как говорится, на работе. Жаль, конечно. Кэп, стреляй в толстых. Да какой там он? А, нет, смотрите, попал. Черт подери, там осталось-то немножко совсем. И все, и мы пройдем, ребята, этот уровень с вами. Есть. Есть как раз то, что надо. Да, конечно, не с тремя звездами, но все-таки получаем звезды и опыт. И это уже хорошо. И еще и карту открываем. Вообще шикарно. Ну ладно, не будем о грустном. Давайте продолжать с вами проходить игру. Так, эту миссию я не хочу брать, она сложная. Так, тут тоже сложно. А это у нас невозможно, да? И мы ее не можем открыть, так как там не хватает звезд. А вот это вполне сгодится. 106-я миссия. Уровень нормальный. Единственное, что мне вот эти вот зомби не нравятся. Я их никогда не любил в огнеупорных костюмах. Блин, в принципе, у меня здесь коктейль Молотова будет бесполезен. Так, ладно, хорошо. У нас цель, ребята, здесь пройти эту миссию. Не обязательно на 3 звезды. Да давай ты, елки-палки, ну что ты, а, гренадир. Да, автобус-то уже на ладан дышит, ребята. Оу, еще и бегуны. Черт, я даже не знаю, пройдем. Навряд ли, конечно. Заколба... Ну-ка, коктейль Молотова. Черт, подери, не получится. Нет, ребята, не получается. Ладно, у нас еще есть попыточка, и сейчас я сделаю немножко по-другому. Блин, надо было поменять мне коктейль Молотова. Ладно. Бонус я использую для того, чтобы у меня как можно быстрее накопилась храбрость. Так, пошел гренадир. Сейчас главное гренадиром попасть вот в эту толпу, по максимуму. Ну, 50-50, так скажем. Не особо, конечно, меня это устроило. Ё-моё, блин, ну... Отлично. Пока держимся, ребята. Пожарник у меня на стреме. Бочонок, давайте гренадира вызывать. Так, бросаем гранату, как раз где бегут. Все, вроде бы продержались маленько. Так, бочку сюда. Кэпа обязательно. Так, у нас тут еще бонус, смотрю, в машине есть. Это хорошо. Так, лекарство мы получили. Да сдохни ты уже, а. Все, отличненько. Так, горят ползунки. Оу, а это у нас шахиды тут идут с поясами.
Давайте, наверное, тогда гранату. Слушайте, ребята, это не те, оказывается, я попутал. Эти у нас еще как горят. Это в других костюмах у нас не горят. А эти все пучком, как вон, как бенгальские свечи. Ну что, пожарник, давай, вся надежда на тебя. Бомби. Давайте в помощь ему Кэпа, чтобы он побыстрее все это делал. Ну, Кэп, ну что ты... пока там помашет своей рукой, а? Ну, сейчас гренадир тут, наверное, расправится. Конечно. Кэпа завалили. Так, ну... Да что вы, блин, вообще не дают просто-напросто. Все, отбились мы. Давайте гранату туда. Блин, смотрите, а пожарник-то мой все наяривает там. Ну, сейчас его и снесут. Смотри-ка, оббежали почему-то. Блин, там осталось совсем маленько. Ай-яй-яй-яй, два пожарника должны справиться, ребята, по-любому. Все, отлично, мы проходим с вами 106-ю миссию. Да, с двумя звездами, но главное, что мы ее прошли. И мы продолжаем с вами играть. Так, у нас еще тут карта откроется. Отлично. Скоро получим 12 уровень, возможно, ребята. 107-я миссия, вперед, как говорится, и на танке. Оу, здесь-то у нас что такое? Это кто такие у нас? А, все, вспомнил, ребята, это же эти импульсаторы, которые отталкивают моих юнитов. Ну и, соответственно, не дают их бить. Граната пошла. Черт, вообще мимо куда-то, блин. Да, не айс. Ёлки-палки, еще и бегуны. Так, я не знаю, давайте, наверное, мы так сделаем. Пускай они там все горят. Кстати, да, импульсаторы не горят, я так понял. Это плохо. Блин, и бочка на него не действует. Думал, сейчас хотя бы огреем. Но не тут-то было. Гренадир просто пожертвовал собой. Ладно. Блин, пока все нормально вроде бы, ребят. Но в то же время, смотрите, сколько там идет этих телекинезчиков. Черт подери. Ну-ка, я надеюсь, что Кэп справится со своей задачей. Будет их расстреливать издалека. В принципе, я для этого его сюда и вызвал. Хотя, хрен там, сейчас он тут и ляжет у меня. Да, ё-моё, своего же Кэпа грохнул бочкой. Да, ну кидай их, да, в гранату. Так, отлично. С одним справиться. Да они не дают даже просто подойти. Ребят, смотрите, что происходит. Отталкивают. Они меня отталкивают и сами в этот момент подходят. Черт, а в машине бонус еще. У меня все, автобус-то уже на ладан дышит, ребята. Буквально еще чуть-чуть, и он взорвется. Он тут не взрывается, он отъезжает, но тем не менее. Так, бочка, упрись в бочку, блин. Фиг там пробегают они все мимо. Но тут, смотрите-ка. Кэп, давай, расстреливай. Отлично. Так, давайте гренадира, сейчас забросим туда гранату им. Подарочек, так сказать. Блин, время-то поджимает. Скоро, наверное, ребята, волна будет, а? Ну, Кэп, расстреливай. Генератора две штуки. Сейчас у нас пойдет рекой храбрость, поэтому все будет на мазе, ребята. Главное, ближе их не подпускать. Сейчас мы еще гранатку туда забросим. Во, как раз бегунцы бегут. Вот так вот. Просто изумительно у нас получилось. Все, мы расчистили себе путь, ребята. И теперь наша основная задача — пробивать баррикаду. Давайте гранату бросим. Так, ну с этим, я думаю, тут они справятся. Пожарник, Кэп, все должно быть под контролем. Граната пошла. Это на всякий случай, пускай земля лучше горит. Так, и все, ребята, все, мы проходим с вами 107 уровень. Блин, согласитесь, было довольно сложно. Эти телепаты отталкивают, блин, ничего не дают сделать. Мы с вами еще и открываем карту, получаем порох. Ух ты, вообще изумительно. Давайте-ка приоткроем занавес. Так, у нас открылось даже две миссии. Так, это 110-я уже. А это 108-я. Ну ладно, попробуем, раз она нормальная. Так что ждем, ребят. Я надеюсь, здесь не будет бегунцов. Так, смотрите, давно я их не видел. В этих, в бронежилетах. Так, давай, гренадир, поближе, поближе. Вот здесь вот где-то. Нате, подарочек вам. Так, храбрость. Да, пришлось мне, конечно, тратить бонус, ребята. Так, граната пошла.
Еще храбрость. Ну что же, вызываем Кэпа в помощь нам. Оу, а здесь что? Ёлки-палки, ребята, а здесь у нас камикадзе оказывается. Вот это нежданчик для меня. Пипец тогда получится, ребят. Я не знаю, как мы будем с вами проходить. Вы же помните этих говнюков, что они тут вытворяют. Так, генератор обязательно ставим. Да горите вы там все уже, а, задолбали. Да-да-да-да-да. Вот, Кэп, молодец, расстреливай его, умница. Так, ну что, там две бочки у меня стоят, немножко их задержат пока. Ну, в крайнем случае, если даже камикадзе побегут, а они бегут. Ха-ха-ха, не тут-то было, как говорится, сынки. Я что, просто так ее, что ли, поставил? Нет, конечно. Что там, не помню, гнилоруки, что ли? Да, в огне его и не видно было. Так, этот в бронежилете. Вообще-то он, по-моему, даже не в бронежилете, ребят. Он в каком-то сигнальном жилете, можно так сказать. Потому что в рукопашке он силен, а в огнестреле слаб. И мы проходим, ребята, с вами эту миссию 108-ю, причем на 3 звезды. Лучшего и пожелать нельзя. Хорошо, продолжаем. Тут у нас открывается еще и карта. Ёлки-палки, давайте-ка, наверное, бензинчик этот активируем. Так, и еще одна миссия открыта, 109-я, ребята, ё-моё, сколько тут вообще этих миссий? Я думал, ну, 105, 110, а там уже, извините меня, 111-я. Так, шоколадку получили. Это, кстати, хороший подарочек небольшой. Ждем, 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 ребята. Давайте вызываем гренадира и, естественно, в эту толпучку. Вот так вот вам. Чё? Я думал, будет намного лучше эффект. Но она попала немножко не туда, куда я хотел. Ладно, они там понемножку горят, это уже плюс. Так, пожарник, нам надо дождаться опять гренадира. Как ни крути, ребят, иначе они нас задавят сейчас тут своей массой. Пошла. Блин, да что такое-то? Уже второй раз промахиваюсь. Горите там, гады все. Ну, упрись в бочку, давай ее бомби. Черт, они все мимо нее проходят. Ну, 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 давай, 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 давай. Так, еще одну кинем и гренадира. Пошла. Так, ну что, в принципе, граната попала хорошо, но стоят гады, выдерживают мой удар. Да ё-моё, да что за непруха-то такая, а? Так, давайте тогда пожарника. Он сейчас им тут покажет, блин. Бочка пошла. Слушайте, ну здесь такие ватные юниты, просто их очень много. Нет никаких камикадз, бегунов. В принципе, этот уровень должны затащить. Я так думаю. Да, единственный недостаток, что вот эти зомбари постоянно встают. Они падают, через какое-то время встают. И, соответственно, чем ближе они появляются, точнее, умирают возле моего автобуса, тем ближе им идти к нему. Так, ну что, я смотрю, гренадир у меня дошел до баррикады, начинает ее бомбить. Я кидаю гранату. Как говорится, пускай лучше там горит земля. Тем более здесь, смотрите, идет бафер. Опять-таки армия. Все горите. И что, уже почти от баррикады-то ничего не осталось, ребята. Скрестим пальцы и будем надеяться, что гренадира никто не подобьет. И мы проходим. Ну-ка. Да, ребята, мы проходим 109-ю миссию на 3 звезды. Вот поперло-то меня, а. Просто какая-то пруха началась. И открываем дальше карту. Ух ты, елки-палки, сколько здесь еще можно приоткрыть. Да, к сожалению, у меня закончились, ребята, бензинчик. Но 111-я миссия нам открылась. Так что будем продолжать играть. Ну что, ребята, поехали. Так, смотрите, здесь еще бонус какой-то. Хлеб. Ну, слабенький, если честно. Опа-на. А вот эти ребята очень опасные. Я вам скажу, знаете, что они делают? Во-первых, они очень быстро бегают. Это раз. Во-вторых, они взрываются. Они взрывные. Они что-то типа между камикадзе. Ать, горите, гады. Но, походу, делаем пофиг на огонь. Вообще им по барабану на все, я так посмотрю.
Так, гренадир, давай, гранату. Пошла, есть. Хотя бы этого синеголового снесли. Вот, видите, в чем проблема? Эти зомбари, блин, просто отталкивают, не дают моему ударить даже. Но пожарник-то настроен, граната пошла, и толстяки взрываются. Да. Так. Ну, да что ты... Все, отлично, ребята, мы проходим 113-й уровень. Ну, с одной звездой, конечно. Но, тем не менее, карта-то откроется. Причем довольно хорошо. Вау. Отлично просто, ребята. Так, тут еще за бензинчик можно... О, это что такое у нас? Тайник, сундук. Это, кстати, очень хорошо. Надо его глянуть, ребята, обязательно. Что нам здесь из него выпадет. Так, открываем и смотрим. Горючка, таблетки, консервы. Опа, что такое за металл степс? Это что-то новенькое. Это, походу, ребята, для автобуса. Давайте посмотрим с вами. Вот сюда. Что оно делает? Ага, ребята, это ступенька. Да. Только что они дают, я так, ребята, не разобрался. Если честно, вроде бы плюсов к автобусу нет никаких абсолютно. В общем, ладно, пускай она стоит. Ну, а мы с вами продолжаем играть. Так, ребят, давайте определимся. Давайте, наверное, попробуем вот это испытание пройти. Да, оно невозможно, но его все-таки надо пройти. Хотя бы не на 3 звезды, а в общей сложности, чтобы оно было пройдено. Нам нужны звезды, как ни крути. Дальше мы никуда с вами не продвинемся. И здесь у нас... Оу, давай быстрее, гренадир. Вся надежда только на тебя. Пошла. Черт, хреновенько сработало, если честно. Гранатка-то у меня. Давайте сжечь. Они же горят у нас вроде бы эти. Нет, вот эти, по-моему, как раз и не горят. Черт, подери. Я все время путаюсь, какие из них горят, какие не горят. Ну, ладно. По крайней мере, большую часть мы снесли. Зачистка была глобальная. Пулеметчик, давай, пошел. Без тебя мне тут никак не справиться. Все, зачистили, граната полетела, ребята. И мы пробиваем баррикаду. Ну, кто быстрее, давай. А какого лешего-то, я не понял. Почему у меня гренадир взорвался? Он же ничего там не делал. Никто в него не стрелял. Странно. Ладно, и этот сейчас упадет, да? Упал и взорвался. Так, ну коктейль Молотова здесь бесполезно использовать. Давай, пожарник пошел. И, наверное, нам надо с вами... Черт его знает. Давайте, наверное, дождемся гренадира тогда. Ух, как до него долго ждать-то нам, ребята. Черт подери. Ну... И еще и бегуны, жгем их нафиг. Все? Ну, почти все сгорели. Так, генератор нам понадобится. Ну что же, давай. Зря, конечно, вызвал Кэпа здесь. Хотя он справился. Так, гранатку сейчас, ребята. Хотя, зачем тут гранатку? Вот здесь вот нужна. Да, блин, слишком заторможенно она полетела. Куда ты там пробежал? Эй, олух! Ё-моё, ребята, он бомбит автобус. Черт подери, да что ж такое-то, гори нафиг. Автобус буквально вот-вот, один плевок, он рассыпется, ребята. Черт подери, ну мы уже баррикаду бомбим, это плюс. Я бочку ставлю на всякий случай, ребята, мало ли кто побежит. Ну, отлично. Мы прошли с вами невозможную миссию, получаем бонус, шоколадка и зубная щетка. Хотя бы так. Чем она будет висеть у нас с мертвым грузом. Как говорится, непройденная. Опа, она тут еще у нас и карта открывается. Вау, ничего себе там пооткрывалось-то. Уровень пройден. Ну, я думаю, продолжить, конечно, надо, ребят. Че? Так, ну что же, давайте попробуем с вами 77-я, что-то я не знаю даже. Я не помню, честно говоря, что там в этой миссии, ребята. Но нам надо... Вот этого мы заменим, наверное, Марину. Так, только надо определиться, на кого. Так, давайте-ка, наверное, мы с вами... Нет, резак здесь не нужен. Так, или, может быть, просто его укрепить? Так, опа, вот этого мы улучшаем с вами, ребята. Давайте только посмотрим. Есть что-нибудь получше здесь? Нету, к сожалению, нету. Ну ладно, тогда улучшаем его.
Ух ты, могу еще разок даже. Давайте обязательно. У нас не так много раскачанных юнитов, которые стоят очень мало храбрости и которые быстро очень выходят. Ну, а теперь можно и приступать к миссии. Давайте, 77-я, поехали. Пускай уж будет 2, и Марина, и Шокер. Думаю, здесь они пригодятся. Так, сделаем. Оу, ребята, бегуны. Как раз то, что надо. Так. Ты посмотрите, как у меня Шокер бомбит. Жаль, конечно, что они здесь сейчас погибнут. Причем вдвоем сразу. Да-да-да. Оу, а вот это вот, конечно, плохо, ребята. Тут, оказывается, у нас дамочки психованные. Это очень печально. Так, ну что, баррикада уже под нашим контролем. Мы ее бомбим. Кто там спереди идет-то, не пойму. Ага, кислотники. Ясно. Давайте тогда пожарника вызовем. Ну, давай, пожарник. Там осталось-то совсем маленько. Ну, есть, ребята. Круто. Мы проходим с вами 77-ю миссию на 3 звезды. Просто шикарно все вышло. Продолжаем играть. Так, надо только единственное определиться нам с миссией. Где тут что можно? Тут, смотрите, у нас еще... Да, есть 3 уровня. 79-й. Так. Да я даже не знаю, может быть таким... Нет, оценивать не хочу. Может быть таким составом пойти? Или все-таки поменять? Давайте попробуем так сходить. Я думаю, что... Ну, на начальных уровнях вы... Оу, вы прекрасно помните, что у нас такие, ну, довольно легкие враги, но они берут своим количеством и скоростью. В основном бегают вот как эти вот партизаны. Так, гренадир, бросаем гранату. Блин, жалко мой Шокер. Да, он попал под взрыв, печалька. Ну что же, там у нас храбрость. Давайте сжечь их тут нафиг всех коктейлем Молотова. Главное, чтобы не добежали они до моего автобуса. Так, бочонок. Давайте вот сюда его поставим. Блин, гад, облетел, а. Ну что, граната пошла. Слушайте, довольно жесткая миссия. Я думаю, здесь будет сейчас пулеметчик. Вперед. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чуть-чуть бы, чуть-чуть пораньше бы мне это сделать. Точнее, попозже. И мы бы, возможно, этих бегунцов бы всех расколбасили. Ладно, не повезло в этот раз, жгем. Не-не-не, партизан, ты не добежишь. Сгоришь, как говорится, на работе. Так, и у нас с вами... Кто тут на подходе? Ага, значит, трупоед. Да успокойся там нафиг. Так, пожарник, ты не отвлекайся, ты давай пробивай мне баррикаду. Как можно быстрее, у тебя очень мало хп, тут еще эти уроды бегут. Так, перехватит, перехватил, отлично. Ёлки-палки, ребята, волна-то усиливается, жгем. Так. Блин, бегун-то не попал или попал? Попал. Сгорел, все, отлично. Гранату. Да, тут очень-очень жестко. Марина справился, молодец. А с этим нет, к сожалению. Ну, упрись в бочку. Хрен там, блин. Никакой бочки. Ребята, у меня только лишь один пожарник на защите. Ой, на защите, на пробивке стоит. Ну, взорвитесь там возле этой бочки. Ха-ха-ха, готово. Все, ребята, мы проходим с вами 79-ю миссию. На 3 звезды уровень сложности был сложно. Ну что же, продолжаем с вами играть. Ёлки-палки, все меньше и меньше остается у нас миссии, ребят. Так, поехали, 80-й уровень. Жиртрясы. Ну, с одной стороны, это даже хорошо. Сейчас, если гренадир успеет, мы туда кинем гранатку. Естественно, подождем толпу. Да, ребята, фигня получается. Мы сделаем так. Идем, как говорится, как камикадзе, напролом. Потому что, если бы я бросил гранату, она бы, поверьте мне, упала бы слишком близко, не затронула бы жиртрясов. И они бы не взорвались. А так хоть какой-то дамаг мы и да нанесли. Ну, подходите, толстый, я на вас бочку скину сейчас. Отлично. Так. Гренадир, давай бросай гранату. Отличненько. Ух ты, красавцы. Сейчас вы там все у меня погорите.
Черт, как быстро они умудрились. Блин, толстяки идут. Ну, они идут медленно, очень медленно. Приди сюда бросать бочку. Ну, упрись. Не хочет, гад. А вот теперь давайте сжечь их всех там. Вот как раз в эту. Тихо, подождем, подождем маленько. Вот так. Ну что ж, довольно неплохо вышло. Блин, не хватает у меня на пулеметчика немножко. Ну, я даже не знаю. Наверное, пока не стоит его здесь даже активировать. Так. Пока, вот теперь пора. Все, пробивай, гренадир, баррикаду. Так, надо ждать мне. Давайте, наверное, так, пожарника вызовем. И пускай он. Куда ты разогнался, сыч? Ха, бежит он. Так, жгем. Так, и гренадир. Ну что же, сейчас бросаем в эту толпу. Хотя они там все сгорят к этому времени. Ладно, ускорим этот процесс. Блин, все-таки хорошо, что они у меня огнеупорные. То бишь и гренадир, и пожарник. Вообще шикарно. Вот если бы еще бы у меня гренадир был бы против кислоты, защита у него, ему бы вообще цены не было бы. Пулеметчик, вперед. Расчищай мне здесь дорогу. Пожарник, давай, делай то, что не сделал гренадир в свое время. Пока, ребята, мы идем на 3 звезды. Все чисто у нас. Повреждений автобусу не было. Ёлки-палки, гори нафиг, бегун. Куда собрался? Ну, да что там за толпа не дает, блин, пройти. Черт подери, хреново, ребята. Оу, и волна сейчас будет. Там осталось-то совсем немножко, а. Совсем чуть-чуть. Черт подери, он же сейчас взорвется у меня. Нет, нет. Не бывает этому, ребята, ну. Да, отлично. Отлично, ребята, мы проходим 80-ю миссию на 3 звезды. Просто шикарно. Так, у нас карта там вроде вся открыта, да, если я не ошибаюсь. Ну да, получаем 3 звезды, это самое главное. Продолжаем, ребят. Так, испытание 1. Невозможно. Была, как говорится, не была, ребята. Черт подери, не знаю, тратить бонус, нет? Ладно, мы пока посмотрим. Я не помню, если честно, кто здесь сейчас будет у нас. Ну, думаю, будет жарко. Тем более здесь у нас эти кислотники. Так, давай, бросай гранату. Отлично. Так, пожарник у меня на выходе. Эх, гренадир сейчас умрет. Ну, по крайней мере, отравится это точно. Вот это вот, что за нежда... Эй! Оу, ребята. Да. Офигеть, испытание 1. Да, не знал я, что здесь у нас эти мадамы есть. Точнее, забыл, наверное. Давайте тогда немножко по-другому сделаем. Черт, да как же долго, а. Так, сейчас вот так вот мы бросаем гранаточку. Разбили. Так, толстый, толстый, взрывайся, отлично. Вот, вот они, вот они, вот они. Загорелись все. Как раз то, что надо, ребят. Успел я сделать коктейль Молотова. И они все погорели. Эти барышни. Так, гренадир выходит. Ну, давай, давай, успей его. Пока этот. Блин, все равно, по-моему, да, траванул маленьком моего гренадира. Я хотел, чтобы он успел его до его подхода убить этого толстяка, но не вышло. Так, ладушки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, давай, немножко осталось, совсем капелька. Горите тогда, подонки. Ха, тут еще и эти мадамы вышли. Как раз, оу. Щет. А, ребята, блин, они у меня успели пройти, и мы на 3 звезды прошли испытания. Йо, нифига, блин. Я уж думал, что та барышня все-таки покромсает мне автобус. Да нет. Ну что, ребята, продолжаем с вами играть. Так, у нас здесь, слушайте, довольно жарко было, по крайней мере, до этого. Сейчас не знаю, что у нас из этого получится. Будем смотреть с вами. Ой, нет, 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 только не эти, ребята, только не эти уроды. Вот я никак не понимаю, как вот их можно успеть за такой короткий промежуток времени убить. У меня даже ни один юнит не подготовится, как они уже подбегают. Так, это у нас шахиды, да, с поясами смерти. Фигово, ребята, очень фигово.
И опять у нас эти телекинезчики. Ядрить их на корень. Ну, пожарник, бомбани еще разок. На, как выкуси, блин. Молодец. Сейчас гренадир тебе, наверное. Да нет, не поможет. Ну-ка. Черт, пулеметчик, выходи. Вот зря. Ну вот как так можно сделать было сейчас, а? Ну, подбили, в принципе, я бы лучше бы их сейчас приберег. Так, граната пошла. Вот хотя бы для этих супостатов, а? Если честно. Ну, сейчас начнут тут... Оу! Еще и бегуны. Да давай ты бомби, блин. Черт подери. По ходу дела, ребят, провал полнейший. Хотя нет, еще вроде живем. Да, у меня там один пожарник пыхтит. Сейчас его начнут тут колбасить, по ходу дела. Наверное, завалят. Нет? Ребята, это просто какое-то чудо. 110-ю миссию мы с вами проходим. Да, очень плохенько прошли, но все-таки прошли. И открывается у нас карта. Ёлки, ничего себе, он тут... Понаполучали, ребят, по-моему, уровень, да, новый уровень, и я получаю кейс. Давайте с вами посмотрим, что в нем выпадет нам. Так, таблетки, топливо, щетка, консервы и генератор. Ну что же, это очень и очень хорошо, ребят. Так, у меня горючки осталось буквально на один бой. Я даже не знаю, какую миссию-то и выбрать, если честно. Может быть, давайте попробуем, наверное, 111-ю. Написано нормально, она у нас не пройдена, я здесь не знаю кто. Как говорится, идем вслепую. Ага, значит, здесь у нас будут бегуны. Оу, если бы я знал, что здесь он не один, я бы бонус не активировал. Я-то думал на перехват взять. Да. Ладно, бросаем сейчас гранату. Полетела. Фу ты, елки-палки, очень маленько мы нанесли урона. Ну, хотя бы так, ладно. Оу, куча бегунов, ребята. Не знаю, что у нас здесь получится. По-моему, будет очень-очень жарко. Давай, пулеметчик. Черт подери, я опять вызвал его зазря. Потратил его на каких-то двух несчастных зомбарей. Такой отличный был бонус. Давай, полетела граната. Ну, под усилением мы должны их просто тут рвать, ребята. Вы сами прекрасно знаете, что эта бутылочка нам дает обалденную просто силу, дамаг, скорость. Вообще все повышает наши параметры. Вот если бы Кэп еще не тупил бы, было бы вообще шикарно все. Все, ладно, мы подошли с вами. Так, опа. Неплохо сработала бочка с фризом. Мы заморозили. Так, отлично. И теперь пробиваем баррикаду. Пока затишье какое-то, не... Ага, бегут, бегут уродцы. Ну? Давай. Да что ты, блин, будешь делать-то с ними, а? Ты смотри, оттолкнули практически всех. Ну, последний удар, ребят. Есть. Ух, да. Жестокие бои нынче пошли, ребят. Сейчас, если я не ошибаюсь, мы еще откроем немножко территории. Ууу, а с бензином-то у нас, друзья, совсем глухо. Ну что ж, тогда я буду завершать на этом свою серию. Мы обязательно с вами увидимся в следующем выпуске и будем продолжать проходить эту замечательную игру. Ну а на этом я могу пожелать только одно вам. Ребята, удачи и до новых видосиков. Всем пока.